На улице Горийской сгорела строительная бытовка. Причины возгорания сейчас выясняют сотрудники пожарной охраны. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны примерно в 16:30. Обеспокоенные местные жители из окон расположенного рядом дома увидели полыхающее строение. Горела строительная бытовка, рядом с пожаром платная парковка, на которой ставят свои машины местные жители. Пока сотрудники пожарной охраны добираются до места пожара, владельцы автотранспорта отгоняют припаркованные авто. Ликвидировать огонь удалось в кратчайшие сроки. Во время пожара никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.